Сори, 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 ребят. На мой профиль в Стиме ссылка будет в описании. Пожалуйста, напишите плюс реп, пожалуйста, репутация мне. Пока что я настраиваю здесь. Все, мы начинаем, все, я готов, я настроил наушники, у меня звук сейчас нормально работает. 7-й левел, как я и обещал, атмосфере, и погнали. Так. Так, собрали. Так, здесь надо... Блин, я не знаю, давайте по той. Там вроде как бы безопаснее, мне кажется, нет? Хоп. Все, я успел. Это самое главное. Вообще можно было и потише сделать. Нет, достаточно, я думал, этот уровень сложнее будет, потому что он... Твою мать. Так, здесь если объехать, то... Давай. Еще три. Раз, два, три. Погнал. Стоп, 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 стоп. Сейчас он... Сейчас он... А, нет. Я думал, херанется сейчас. Тихо, тихо, тихо. Немного вышку сюда, чтобы не мешал. Ладно. Тут кристалл, спорим? Нет, монетки. Ладно. Так. Так, 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 так. Проезжаем! Нет! Блин, так обидно, ребят. Ладно, поехали, 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 поехали. Давай, 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 стоп! Ты куда? Ладно. Сейчас, блин. Да что, да я закатиться же туда не могу, а? Как так? Ладно. Сразу с первого раза! С первого раза! Стой, 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 стой! Стой, 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 стой! Все, хватит! Хватит, хватит, хватит! Все, стой! Поехал! Тихо, 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 тихо! Стой! Ах ты, ладно! Сейчас справим. Ну куда ты уезжаешь-то постоянно? Куда? Сразу! Не получится! Еще раз! Нет! Ладно, давайте я осторожно буду. Я хотел это сразу пройти, потому что это проходится сразу. Но все же ладно, если у меня не получается, я попробую еще раз. Куда что ты меня выкидываешь-то? Нет! Ладно. Окей, давайте я... Интересно, вообще можно по вот этому... Нет. Нельзя. Жаль. Разработчики, вы меня удивили. Вы не сделали то, что я хотел в игре. Ладно. То, что мне было интересно. Так, получается, я заезжаю сюда сейчас. Еду сюда, направляюсь сюда. Так, здесь. Тихо, 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 тихо. Осторожно, все, проезжаем. Блин, мне эти пипец как мешают. Если я еще раз фейлайнусь, это будет самая сложная игра. Ладно. Ну, я надеюсь, фейлиться я больше не буду. Так, я зафейлился на той хрени тоже, которая была только что. Так, фейл, фейл, фейл. No fail. Тихо, надо вот так вот подъехать как-нибудь. Давай, раз, два, три. Поехал. Все. Я думал, это будет сложнее намного. Нет, это просто. Как я уже говорил в прошлом видеоролике. Так, 5 монетки. Прекрасно. Так. Все, контрольная точка, все. Все спокойно, ребят. 7-й-то левел, там мы точно пройдем-то сегодня. Наверное, я. Блин, монетку пропустил. Нельзя пропускать монетки, это важно. Ну, точнее, это никакую роль не играет, но все же монетки — это круто. За них потом можно что-то взять. Да. Стоп. Тихо, как здесь лучше будет проехать? По-моему, здесь, я не знаю. Стой! Так, все. Тихо, съезжай, съезжай в этот, блин. Все, молодец. Все, катим, 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 катим. Все. Теперь ломаем это, тут монетки, тут у нас дофигища монет, конечно. Конечно же. Тихо, теперь здесь. На раз, два, три. Раз, два, три, поехали. Все. Стой! Заезжай, 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 тихо, тихо, тихо. Все. Все, хорошо, все, нормально. Немного углом, но все же ладно. Монетки. Это важно. Важно для меня, для вас не знаю. Так, а как эта маленькая там ваза была. Так, погнали, 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 погнали. Стой!
Я думал, я сейчас свалюсь просто, там контрольной точки давно не было просто. Блин, вот это самое страшное сейчас в игре было. Потому что катишься вроде и вообще. Все, контрольная точка. Все, спокойно. Это что такое? Пипец. Пипец, что это? Пипец, как это объехать? Ладно. А что это вообще? Это вообще можно объехать? Погнал. Все, тихо, тихо, тихо. Их слишком много. Погнал. Тихо. А, ну все, я собрал. Так, по-моему, она стала быстрее крутиться, нет? Или мне так кажется, ребят? Или так отражение просто идет? Все же, блин. Такую красивую вазу еще проиграл, ладно. Так, здесь будет лучше, наверное, проехать там, потому что там есть такой вот уголок. Сразу можно заехать, чтобы даже не рисковать. Поехали. Так, здесь сразу две и сразу с монетами все. Охренеть, это богатство прям, ящики, сундуки с богатством, ну как коробки с богатством даже можно сказать. Ладно, все нормально. Стой, стой, мать твою, куда ты поехал? Как так можно? Так хорошо все шло, блин. И так зафейлиться глупо. Стой! Ну куда? Так просто глупо. А что они вообще дают? Они вообще убивают, нет? Эти шары огромные, которые. Я просто не знаю, я их первый раз вижу вообще в игре. Хоть я и не так давно играю в игру. Так, все, сразу. Сразу, все. Стой! Здесь самое опасное. Надо выждать момент. Еще три. Раз, два, три. Поехал, все. Проехать. Стой, 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 осторожно. Здесь, я, по-моему, здесь вот так вот проезжал. Там, где ваза. Стой. Не убей меня, не убей. Не убивай. А то я вот здесь упаду сейчас здесь. Пипец будет. Так, тихо, тихо. Я не должен зафейлиться, блин. No fails. Так, я здесь зафейлился, я помню. Да, здесь я зафейлился вот так вот. У меня. И тут. Да, здесь. Так, осторожно, перекатывайся, и дальше поехали. Так, здесь дальше, оп, перекатился, молодец. Блин, в смысле? Я думал, она держится на этом шаре. Я даже уже все, забыл все слова. Оп. Я думал, эти палки держатся на шаре как-то, чтоб я не улетел. Нет, я ошибся, нет, они не держатся вообще тупо. Они тупо не держатся. Они в какой-то момент держатся, а в какой-то нет. Поэтому... Вообще, я это и ожидал от игры. Вообще, по идее. Не может быть все так просто, ребят. Просто. Так. Все тихо, тихо, тихо. Так, это я проехал. Все. Опять эта хрень. Которую меня уже достало, если честно. Давайте. Я буду ехать медленно. Потому что я не знаю, что ожидать от игры. И в любой момент я могу опять зафейлиться. Так, тихо. Я, по-моему, здесь улетел, нет? По-моему, здесь. Или нет? Нет. А, да, 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 да. Здесь. Я думал, там еще что-нибудь будет. Все, 4 монетки. Тихо. Так. О, что такое? Это типа какая-то фигня сейчас будет, да? А, ну да, это мост. Типа передвижной. Поехали. Ай-яй-яй, сейчас зафейлюсь, вообще пипец будет. Это опять проходить эту херню, это целая проблема. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Чекпоинтов все меньше. Твою мать! Ох! Ладно, давайте еще раз. Может, вы не посмотрели, как я эти шары преодолеваю. В какой раз? Тихо-тихо! Куда ты? А, ну они простые, ладно. Я сейчас их испытал просто. Они не такие, как кажутся, то есть они не сразу выкидывают тебя с карты. Не то, что это пила. Тихо. Раз. Сейчас проедет. Погнали. Тихо. Так, все, поехали. Так, опять же едем сюда. Да твою мать. Ах ты, блин! Все-таки ладно. Давайте попробуем быстро просто проехать тупо. Я не знаю, как это будет действовать, это не будет действовать. Ладно, еще раз. Давай, 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 тихо, тихо, тихо. Короче, надо ускориться, я так понял. Вот так вот как-нибудь ехать.
И, в общем, ты не зафейлишься. Я не знаю, работает ли это или нет. Ну давай, проезжай, 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 проезжай. Я уже не знаю, как. Подруливать может как-то можно. Потому что это пипец какой-то. Стой! Стой! Фух! Ладно. Давай. На счет три. Раз, два. Нет. Три. Все, поехал. Чуть не зафейлил. Погнали. Стой! Тут ты меня не обманешь, я тут проеду тогда, когда ты уедешь, да. То уже все уже. Тут хрен пройдешь. Так. Здесь самое сложное, то что я могу вылететь отсюда в любой момент. Поэтому надо на поворотах осторожнее быть. И не проезжать сразу. Тихо. Как так? Вот как так-то? Стой. Все, поехал. Стой. Поехал. По-моему, сейчас свалюсь отсюда, нет? Так, тихо. Давай, насчет. Все, насчет раз. Хотел сказать. Давай, погнали. А, я забыл про тебя, я забыл про тебя, точно. Я уже думал, все. Я уже думал, я выиграл. А до выигрыша еще даже до чекпоинта долго, наверное, еще. Но надеюсь, это последний чекпоинт будет, или вообще это последнее, то, что будет здесь. Я уверен, здесь должен быть еще один чекпоинт. Я почему-то так уверен. Так, осторожно. На третьей херне осторожно. Понятно? Так, тихо. Тихо, тихо. Как ехать? Как? А, ну все, он перекатился, молодец. Все отлично. Я думал, я это не пройду. Честно, вот я уже думал, все. Я уже не знаю, что ожидать от этой игры. Стой! О, как раз, спасибо. Стой! Не падай, не падай, не падай, не падай. Стой. Стой, 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 стой. Ну тут-то мост, что здесь сложного такого? Да. Это бы было сложно, если бы я зафейлил здесь. Ладно. Нет времени ждать, погнали. Так, тихо, тихо, тихо. Все, я здесь зафейлил, я помню, да. Все, 4 монеты собраны, едем дальше. Так, тихо, стоп. Сюда. Стоп. Поехали сюда, осторожно. На этих хренях надо осторожнее. Так, все, главное, кристалл забрал. Все, остальное неважно, стой. Блин, я думал, там что-то летит на меня, нет? Потому что я уже не знаю, чего ожидать. У меня эти шары уже остались. Я уже думаю, шары еще будут летать. Блин, зачем я это сказал? Вдруг сейчас они будут летать здесь. Чекпоинт! Все, чекпоинт есть, все. Все, все хорошо, все удалось. Проезжаем. Еле-еле проехал, конечно. Блин, зачем я сказал про шары? Ах, все, это не пройти, ребят. Это нереально пройти. Я просто уже не знаю даже, что сказать. Давайте. Осторожно, стой! Поехал, 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 поехал. Стой! Стой, 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 стой! Проехал! Стой! Стоп! Поехал! Ну куда ты поехал? Ну блин, опять проходить эту хрень! Твою мать! Ну смотрите, что он делает, смотрите, что он делает, этот шар? Это нереально, ребята. Стой! Да это издевательство, ребята, уже честные. Ладно. Стоп. Стоп. Тихо, проехал. Тихо. Тихо. Тихо, проехал. Стоп, проехали. Стоп. Все, отлично, отлично, все отлично. Так. Вот здесь, я не знаю, если я сейчас зафейлюсь здесь, это пипец будет какой-то. Я не знаю даже, как ехать здесь. Здесь прям каждый шаг надо, и прям медленно сейчас буду, потому что до чекпоинта до хера. Я не буду опять эти шары проходить. Стой, стой, стой. А может так ехать? А, ну в принципе так можно ехать, да. Никакой сложности здесь нету. Так, погнали дальше. Монеты! Круто! Так, ой-ой-ой! Чуть не отвлекся. Так. Погнали дальше. Стоп! Блин! Ай, какая! Да что ж такое?
Ладно, стой, 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 сейчас здесь попробую, так. Так, все здесь, все отлично, здесь, твою мать, только... Только здесь, блин, проехать, твою мать, вообще, ай-яй-яй! Стоп, поехал. Стоп, поехал. Я буду ехать медленно, чтобы... Твою мать! Ай-яй-яй-яй-яй! Поехал, поехал, поехал! Осторожно! Осторожно! Так, все! Поехал! Я прошел! Я просто прошел это место! Я просто рад! Стоп! Поехал! Здесь вот осторожнее, потому что сейчас будет здесь фейл. Видите? Так, и буду вперед. Так, все. Это пройдено. Это было изи, если честно. По сравнению с тем, что я проходил до этого, это просто изи. Просто вот, вообще изи. Так, все. Осторожно, осторожно. Нет, не трогай там. Не надо туда. Не надо. Я уже все. Так. Ну проехай-то туда. Ну что ж такое? Как тебе, как тобой управлять-то, блин? Шар тупой. Все. Стоп, стоп, стоп. Все, отлично, отлично. Надеюсь, там уже конец будет. Да это... Я не знаю, как это проходить. Я не знаю, 25 монет... 20 монет осталось. Там, наверное, уже все, конец был. А я просто тупо зафейлил. Я не знаю, как это... Все, я зафейлил. Я фейлить начал, все. Это даже нет смысла проходить. Это нефига даже монтировать, я не буду это монтировать даже, я смонтирую только это и прикольные видеоролики, реально, которые я старался делал. А с этим вот я не знаю, как это проходить. Стоп. Просто сейчас тупо зафейлюсь где-нибудь опять, на каком-нибудь месте. Потому что я уже не знаю, где зафейлиться. Так, опять эта хрень. Ладно. Стой. Все, спокойно едем, но на третий давай я пока что это так вот сделаю. Да, и вперед. Полный вперед. Стоп! Все. Здесь пройдено, давай оставшиеся вот эти хрени. Блин, если я сейчас здесь зафейлюсь, это просто я буду орать просто. Это нереально просто. Блин, ну заезжай. Почему они так стоят, как будто на них заезжать надо, блин. Ну давай, заезжай! Ну ёп! Давай, все, осторожно, осторожно, осторожно. Нет! Не зафейли, не зафейли. Стоп! Все! Заехал, нормально. Хорошо. Так, сюда. Все, отлично. И теперь, если сюда не заеду, это пипец будет. Заезжай! Все, отлично. Стой! Стоп! Все, стоп! Стой, стой, стой! Блин. Ладно, не буду орать. Так. Тихо. Все стало под наклоном, ребят. Это стало все еще сложнее, чем было раньше. Это пипец какой-то теперь. Блин! Только зафейлись. Я не знаю, уже заново проходить что-то неохота, ребят. Честно. Если вам охота, то вы проходите. Потому что если я сейчас зафейлюсь, это просто пипец будет. Все! Нифига ты живешь где? Я не знаю, это чтобы до тебя допереться, это надо прям вообще целая проблема тут пройти. Я, наверное, на минут 10 я потратил на нее, или даже 15. Ладно, началась какая-то музыка, по-моему. Ладно, все нормально. 8-й левел, надеюсь, он не будет таким сложным, как я играл до этого в 7-й левел. Надеюсь, все здесь будет проще, ведь здесь есть музычка, значит, миссия должна быть немного попроще, чем была. Или же посложнее, потому что это пипец будет. А в смысле куда? А, ясно. Я уже сейчас привык уже туда ехать. Стоп, 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 стоп. Так, тихо. Это куда? А та фигня куда ведет? Мне-то куда идти? Я сейчас уже боюсь даже вперед. А, ясно. А что тогда дорога делает? Это уже интереснее стало. Стой. А в смысле как? Как это сделать?
Все. А куда? А мне куда? А мне куда, алло? Может мне его туда загнать куда-нибудь, не знаю. Так вот, пожалуйста. И что, мне возвращаться теперь? Да ты угораешь, что ли, блин, создатель этой игры? Теперь, чтобы туда запереться, это целая проблема. Она туда не едет! А, заехал, ладно. Стоп! Так, все. Все отлично. Стоп. Погнали. Тихо, все нормально, куда дальше? Как я туда? Я сейчас зафейлюсь там просто. Это, видать, надо с разбегу делать, да? Или что? Ладно, давайте. Раз, два, три, поехали. У меня получилось, ребята, это просто пипец. Это нереально. Честно, это нереально. Это просто нереально сейчас было в прошлый сезон. Но играется как-то все-таки поспокойнее, чем было в прошлый раз. Я, походу, сейчас шар улетит. Так, обратно давайте, погнали. Тут уже какие-то загадки вроде начались. Поинтереснее стало как-то. Я не знаю. Так. Погнали! Так. Все отлично, дальше. Чекпоинт получен, все. Остальное не важно, я главное эту херню все прошел, все. Надеюсь, такого больше не будет. Да кого я обманываю? Это же атмосфера, или что? Тут каждый месяц теперь такая будет. Если это показали в этой миссии, то это будет теперь всегда. Так, я же мог взять кристалл уже, но я все-таки побежал за монетами, ладно. Так. Тихо. Стоп. Все. Все. Сейчас будет фейл, ребят. Сейчас будет фейл. Я не знаю, мне эти штуки задолбали просто, я не знаю, как... Это не изи, это не изи, все, это не изи. Это реально не изи. Если все было изи, то это не изи, ребят, это. Лучше бы дали каким коробки опять. Блин, зачем я это сказал? Они сейчас дадут их реально. Ладно. Стоп, осторожно, осторожно. Все! Да кто такие дороги строил? Я не знаю, кто их таких строил, но как мне докатиться до этой хрени? Я не понимаю, просто объясните. Все. Нет! Тупорылая ваза, если ты меня не пропустишь, я тебя просто здесь оставлю, да, я так и сделаю. Или просто тебя перепрыгну, да. Так тоже можно. Проезжаем. Чекпоинт, наконец-то нам дали чекпоинт. Кривая какая-то херня. Я ее даже не заметил. Я думал, это обычная херня. Это кривая херня. Монетку забрали. Поехали дальше. Здесь ровная. Здесь сразу... Блин. Ну, так и думал. Ладно. Стоп. Все. Стоп. Ну, она же не кривая. Ну, что ж, я так не могу. Так, главное, на кривую как заехать-то мне. Осторожно. Монетка. За монетка как мне... Блин, если ты сейчас свалишь, я тебя просто пропаду. Так, все, отлично, все. Здесь забираем все, что нам нужно. Так, тихо. Опять на эту хрень заезжаем. Давай, погнали. Все. Отлично. Забираем. Здесь едем. Блин, если ты сейчас завалишься, тут я не знаю, что будет. Так, осторожно. Заезжаем сюда. Тут такая еще музыка, блин, громкая, пипец. Так. Ну да ладно. Тихо, стоп! Стоп. Ну остановись ты, блин. Ну что ж ты делаешь? Ты уже без меня, что ли, играешь? Я ему говорю остановиться, а он продолжает катиться, блин. Отлично, все, нормально. Давай еще. Это реально, это не изи, ребят. Это не изи. Это
явно не изи. Нет времени вот так вот направлять как-то камеру, потому что нет времени, ребят. Ладно. Если, блин, уже был этот, тогда ладно. Блин, стой. Все отлично же было, все отлично было. Ну почему ты зафейлился, я не знаю. Так, все, давай. Катись, все, молодец. Так, теперь куда нам ехать? Заберу я монеты здесь, а поеду туда. А че, как? А как? А, ну конечно, игра нас просто так не пропустит. Обязательно надо ехать по этой стране. Ну как же без этого, ребят, ну как же, правда. Да, и свалиться здесь, блин. Не мешало, блин. Так, теперь осторожно пропихиваем эту досочку. Хотя, как я ее пропихну? А, пропихивается, да. И насколько ее надо пропихнуть-то, блин? А, все, отлично. Она упала. Возвращаемся, блядь. Пиздец. Это пиздец, нахуй, все. Поехал. Давай. Вот, ну почему ты не заезжаешь туда? Я не понимаю. Давай, еще чуть. Так, все. Теперь все спокойно, я вернулся на то же место. Давайте. Проезжаем сюда. Все, отлично. Давай, заезжай сюда. Так, здесь мост. Блин! Не фейлайся, я просто уже перепутаю кнопки уже. Давай. Все, заехали. Все, самое сложное позади, я так думаю. Или еще впереди, я не в курсе, ребят. Сейчас посмотрим. Вот я уже ничего не жму. Поехал! Фух, ты чуть не зафейлил меня, не зафейлил. Стой. Осторожно! Все отлично! Стой! Не делай так, не надо. Стоп, все. Проезжаем этот. Так, это что, монета? Или что это за фигня? Нет, это какая-то херня, короче. Я думал, это монета. Ладно. Поехали. Так, здесь. Так вот поеду. Я не знаю, почему этот, но я выберу этот путь. А не потому, что идентичный. Я, если честно, я не знал. Стой! Погнал. Все. Я приехал. Все, супер. Одну монетку не дособирал, но неважно. Ладно, это не суть игры, ладно. Главное, доехал. До миссии меня открыли, нормально, все, блин. Сори! Если сейчас зафейлюсь, нет. Все прекрасно. Девятый левел, ребята, это просто жесть будет. Прошлый левел не так уж и сложен. Блин, у меня залагала даже игра. Пипец. Че такое было, прям? Так жестко мне. Бам-бам. А, ну монеты. Мне нужны монеты или нет? Кто мне скажет? Я же мог просто уехать уже, блин. Мне же надо монеты. Это же важно так. Если ты заметил монеты, обязательно надо их забрать. У меня такой уже цель такая при каждой игре. В какие бы я игры не играл с монетами, мне всегда там хочется набрать все монеты. Так и здесь. Ну здесь не скатывайся ты. Здесь как бы не получается все, но все же ладно. Иногда получается все собрать. Так что это даже прикольнее. Я не знаю, что это дает, потому что как бы у моих друзей нету этой игры. И соревноваться мне не с кем по собиранию монеты. И, знаете, как, по времени, да, по времени играть, это не для меня, как бы, я просто прохожу игру, чтобы показать вам, насколько эта игра хороша, и вообще, стоит ли ее покупать. Ну, скажу честно, игра своих денег стоит. Вы не поверите, но она их стоит. Вы не поверите, но, хоть вы думаете, что игра такая вот простяцкая, сделана там за один день, там, нет, ребят, это достаточно таки сложная игра, которую довольно-таки сложно пройти, и вы не думайте, что у меня так просто это проходится, или я просто
специально фейлюсь здесь, чтобы показать, что типа игра сложная. Нет, игра реально сложная. Если вы мне не верите, можете сами поиграть в эту игру, зафейлиться, кому будет интересно. Я не знаю, какой путь выбрать. Ну явно не сюда, явно не сюда, ладно. Я ни разу не проходил эту игру, я только ее вот купил недавно в Стиме и решил, почему бы мне ее не пройти. Да, я прошел до 7 левела, но я 7 не проходил. Но вот я решил, почему бы мне не начать сначала эту игру и не пройти ее полностью, потому что игра, блин! Просто, ребят, это просто, ребят. Так. Ладно, погнали. Стоп. Поехал. Стоп. Поехал. Началась какая-то прикольная музыка, мне она нравится достаточно, чем остальные другие, которые были, да, она достаточно такие, можно сказать, веселенькая какая-то, но немного не подходит под эту штуку, ну ладно. Мне не нравится то, что здесь в игре какая-то такая непонятная погода, какая-то дождь, здесь мы видим внизу какие-то деревья, то есть это все происходит на каких-то деревьях, это так, все. Ломаем это все нахрен. На! Ну падай. Последний удар. На! Погнали обратно. Ну, в принципе, здесь можно и зафейлиться, как бы. Тут если только по времени. Ну, я и так пройду, наверное. Нет, не пройду. Ладно, погнали. Сразу, наверное, нет. Две не получится. Ладно, погнали. Стой! Погнали. Стой. Поехал. Все, и спокойно проходим этот левел. Так. Твою мать, да что ж вы делаете-то? Издеваетесь над людьми, разработчики, вы что? Она уже под наклоном, эта тварь! Мать вашу. Это просто уже не слов. Давайте. Проходим, проходим, проходим. Стоп! Давайте, осторожно, давайте, последний, давайте. Так, проходим. Стой! Стой! Стой, не падай никуда, не падай, не нужно падать. Не нужно падать. Вообще капец. Так, ладно. Так. Ладно. Опять мы зафейлили все. Капец, короче. Вообще капец, короче. Вообще, не пройдем мы эту миссию, короче. Просто вот сейчас я сниму наушники, я не знаю. Итак, вот, ребят, я снял наушники на пару секунд всего, и получилось, я прошел. Так, здесь опять же палка, здесь, надеюсь, все проще будет, надо уже заканчивать это видео, наверное. Выбиваем эту хрень в жопу, давайте. Раз, блин, чуть не упало. Ну, все равно там, эта хрень, ладно. Так, все, здесь мы пробили нам путь, так, идем сюда, стоп, заворачивай. Стоп, куда? Видимо, сюда. Ладно, стой. Давайте себе прорубим путь. Ну или с первого раза, короче, не важно. Уже не важно, этой палки нет. Стой! Все, блин, ну не падай, ну чувак. Ну шар. Блин, ну что там долго еще?
Я чуть не зафейлился, ребят, я честно чуть не зафейлился, потому что я еле успел нажать кнопку. Стой! Тихо, стой, погнали. Все, стоп. Погнал. Тихо, стой. Так, стой! Ну не делай этого, ну твою ж мать! Да что ж такое, мне опять перепроходить это говно. Ладно, ну, конечно. Блин, кегли, блин. Ладно, погнали, еще раз. Еще раз давайте пройдем этот сраный уровень, я не знаю, как его уже проходить. Это реально, реально сложно, ребят. Куда ты падаешь-то все, ёп! Так, давай. Не фейли, сразу проезжай, сразу. Нет, тебе меня не убить. Так. Давайте сразу проезжаем тут. Это все изично, это все пройдено уже мной. Погнали. Стоп. Тут самое сложное, это самое, я не знаю, это самое такое, это... Это просто невозможно, ребята, это уже невозможно. Честно, я не буду проходить. Так, тихо. Стоп. Да я зафейлил. Так, давайте осторожно и медленно проходим, ладно? Вряд ли я где-то зафейлюсь, вряд ли. Все же есть такая вероятность, что я где-то зафейлюсь, но все же я попытаюсь как-то пройти. Да, потому что уже мне эта игра достала, если честно. За сегодня вообще, и сегодня я вообще не планировал в нее играть. Планировал в CS играть, но я снял это. Блин, вот уже лагать стало, это уже что-то не крутое. Ладно, тихо. Под наклоном! Просто! Я зафейлил это все нахрен. Это просто нереально пройти. Просто я вот так... А можно так? Я буду угорать, если так можно. Если так... Я проверю сейчас просто. Я не буду сейчас ничего делать. Я просто проверю. Есть ли вероятность, если я просто вот так вот разгонюсь и вот так вот заеду, вдруг у меня получится, я пройду. Нет. Видимо, там надо что-то особое сделать. Ладно, теперь нормально. Давайте. Четко, чтобы было нормально. Погнали. Стоп. Все, погнали. Стоп. Все, стой. Нормально. Стоп! Твою мать! Давай, тихо. Пожалуйста, не сливайся, я тебя прошу. Я... Нельзя ничего говорить заранее, просто в жопу. Ладно, это я не знаю, уже просто все, уже меня достал этот уровень. Он нереально сложный, ребят. Это не то, что был прошлый уровень, это просто пипец какой-то, я не знаю. Так, тихо, не...
залагивай только, пожалуйста. Я ж спокойно уже доехал до туда, блин. Он сам фейлится уже, этот шар, он едет уже самостоятельно, просто. Давайте, 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 давай еще, еще, еще. А, все понятно. Я не знаю, здесь подрубить как-то читы можно, наверное. Я не знаю, есть честно, я не знаю. Надо здесь читы скачать, потому что... Потому что Нубас всегда был чидером. Поэтому... Видите, что это? Что такое? Это что такое? Я не знаю, я уже ими не управляю. Это просто пипец. Это сложность управления, это пипец. Просто. Не верите, сами проверьте, поиграйте в этот в атмосфере. Кому будет интересно. Ну как так? Ладно, ладно, все спокойно. Сейчас просто беру вот так вот. Смотрите, вы просто сейчас... Нет, не смотрите пока что. Так, все, давайте. Как раз на моменте, потому что видео уже как бы затянулось. Я так как будто я уже проходил несколько миссий. Нет, я все еще на третьей миссии, она довольно-таки сложная. Я хочу ее пройти без монтажа, чтобы вы видели, как это сложно. Насколько это сложно, это пипец просто как сложно. Так. Стой! Погнали! Стой! Погнали! Так, все, я не зафейлюсь, я просто не зафейлюсь здесь. Потому что уже продуманная карта, я уже знаю, как ее проходить. Я не зафейлился еще, я не буду говорить сейчас заранее. Ну, блин, зачем я сказал заранее? Зачем? Давайте еще раз. Просто сейчас давайте еще раз. Давайте я попробую еще раз. Должно же получиться. Вот вы не поверите, но сейчас должно получиться просто. Так, давайте. Стой! Ах ты. Ну, ладно. Еще раз. Как мне достал этот шар, если честно, уже все. Я уже в него не хочу играть, просто это просто пипец какой-то. Не летит, он не летит, все. Куда ты меня все отправляешь-то, блин? Немного левее. Чтоб все четко было. Так. Стоп. Стоп! Погнал, 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 погнал. Тихо, все. Всем тихо, всем тихо молчать. Сейчас мастер будет проходить игру атмосфере прямо здесь. Немного камера, наверное, не показывает на меня, но я, пусть вот так вот она показывает на меня, наверное. Ребята, именно ты сейчас посмотришь, как я сейчас пройду атмосфере. Потому что я ее пройду, я не остановлюсь на этом. Я буду просто, вот то, что я 14 минут одну миссию прохожу. Это ничего, это просто, я не знаю, это пипец какой-то просто. Сейчас я уже закончу. Ребят, ты посмотришь сейчас на меня, и вот просто я выиграю. Я обещаю то, что я выиграю. Если не сейчас, то в следующий раз. Потому что я на этом не заканчиваю видео. Все. Все! Видел? Вот так надо проходить. Все, и как раз контрольная точка. Самый прикол, если бы я зафейлился до контрольной точки. Ну ладно, здесь контрольная точка уже не важна, ладно. Самое сложное уже все. Самое сложное я прошел. И самое сложное уже пройдено. И давайте. Так. Стой, 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 стой. Куда ты прешь? Ладно. Тихо, 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 тихо. Давай, 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 давай. Так. Так. Осторожно, осторожно. Стой! Да почему он туда заезжает, я не понимаю. Вот
просто я не знаю, почему тут заезжает. Давайте еще раз. Стоп. Все, все, все. Самое главное. Вот, вот, все. Пройдено. Пройдено. Стоп, 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 стоп. Поехал. Давай, 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 давай. Все. Надеюсь, это концовка уже. Блин, она все. Надеюсь, это все концовка. Потому что если это не концовка, это пипец будет. Хотя бы шаров нету, которые катятся на меня. И то хорошо. Так. Все, сейчас все будет. Сейчас все будет. Тихо! Тихо, 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 тихо. Твою мать! Если ты сейчас просто зафейлишь, это будет просто будет пипец. Я зафейлился, ладно. Фейл, опять, я не знаю, куда пройти. Я не буду больше в это играть. Я не буду больше в это играть, я сейчас это удалю. Стой! Все, молодец. Самое главное, прошел. Так. Все. Давай еще. Еще. Так, все, теперь самое главное. Так. Проехать эту хрень. Давай, 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 давай. Просто отвернись сейчас. Отвернись просто вот так вот. Посмотри туда куда-нибудь. И не мешай пока что. Не знаю, куда проходить. Так, тихо, 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 тихо. Сейчас должно повести меня. Повести. Так, 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 так. Так. Осторожно. Так, это все нормально. Это все проехали. Так, это здесь. Так. Здесь, 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 здесь. Так. Все, пройдено. Есть. Есть. Ты это видел? Все, я прошел. Все. Я прошел. Это 10-й левел, ребят. Я прошел 9-й левел. Это отлично. Все. Ребят, мы на этом заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Навасов. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Навасов. Пишите комментарии под видео. И всем удачи. И всем пока.